Итак, господа, вы снова увидите мое лицо, на этот раз бритое. Вот. Я вам хочу сказать, что сегодня у нас не фруктовый тест-драйв. Вот. Это у нас тест-драйв всяких жучков, паучков и прочих гадов. Я их пока оставил в пакетиках, потому что ну, неудобно. Сейчас я их разложу, они все смешаются. Нет, и тогда... они просто убегут. И убегут, да. Это сок, чтобы запить. Этот деликатес. Начнем с самого безобидного, с крабиков. Крабики, вот они такие замечательные. Они на самом деле очень такие хрустящие. Они очень вкусные. Я думаю... Ничего так? Тебе нравится? Да, как картошка фри. Вот. Как картошка фри, кстати, совершенно верно. Ну, если начать есть туда внутрь, у него там внутри будет такое мясо. Оно, да, оно какое-то такое. Я бы не сказал. Это мясо. Да. Но я бы не сказал, что оно такое уж какое-то там. У него какой-то ярко выраженный вкус. Нет, скорее это просто. Обычный морепродукт. Хочу ну, еще. Краба это... Ладно. Еще хочется. А, ешь краба. Теперь приступим к самому интересному. Первые у нас... Это будут... Вот такие вот личиночки. Я не знаю, что это. Ну, давай попробуем. На вкус как червяк. Те, кто говорит, что они имеют какой-то такой вкус, похожий там на что-то, нет. Имеют вкус. Вкус какого-то червя. Ну ладно. Я не знаю, кстати, что это, какие-то гусеницы или личинки. Давайте я еще раз вам покажу. Вот. Сфокусируйся. Вот. Ладно, я больше не хочу это, честно говоря, пробовать. И хочу запить. А Миша ест краба. Так, я следующий. Хочу запить. Ты хочешь тоже запить? Следующий лот. Это у нас вот тут он будет стоять. Какие-то маленькие кузнечики, я бы их так назвал. Такие маленькие, миленькие кузнечики. Хочешь, сынок, попробовать? Давай ты первый. Давай я первый. Ну, чуть-чуть отличаются от личинок. Хочешь попробовать, сынок, кузнечик? Нет? Счет краба не отошел. Неплохо, кстати. Это я не буду. Ты не будешь это? Ты же хотел кузнечик кушать. Я думаю, те, кто едят, употребляют пиво, вот эти вот кузнечики, наверное, под пиво самое то. Чтобы от пива избавиться. Ну, так, это мы пробовали. О, самый мерзкий, по-моему. На этом тест-драйве. Это вот такие толстенькие личинки. Такие, ух, хорошие, да? Хочешь, сын, попробовать? Нет? Фу! Вот у них совершенно другой вкус. Нет, у них, конечно, есть у всех привкус обжарки. И какого-то соуса, в котором они это жарят, но... Я хочу кузнечика одного. Одного? Сейчас мы же дойдем до больших. Будет тебе большой кузнечик, хорошо? А личинку хочешь? Нет! Я их боюсь. Ну ладно. Я их не ем. Личинка такая, знаешь, сухая.
Она говорит, сухая внутри и вяжет. Она вяжет, собственно, понятно, она же бабочка видит, она вяжет себе крылья. Так. Осталось два пакетика, и в обоих какая-то саранча. На самом деле там выбор небольшой был. Были одни кузнечики разных видов, я уж не стал все их покупать. Вот. Жаль, не было скорпионов. Хотел попробовать скорпионов. Так, итак, давайте зацепим кузнечика. Так, оп. Дальше, что ж такое? О, вот он. Красавец. Хочешь попробовать? Давай. Вкусный. Вкусный? Вы что, ребят, совсем что? Вкусный? Угу. Кузнечик вкусный, кстати, да. Я клапа. Знаешь, на что похож? На кильку. Да. На кильку похоже. Серьезно. Попробуй. Иди. Давай. Чего, краба еще? Да. А ты этого не доел? Может, кузнечика? Да нет. Вот, смотри, какой. Красивый. Будешь? Нет. Нет. Ну ладно. Ладно, давайте к следующим кузнечикам. Может, они какие-то другие на вкус? Потому что они черные. Эти были красные какие-то, а эти черные. Так. Черные. А, стоп, стоп, стоп. Это разве кузнечики? Это табакан. Не, Миш, не-не-не, все-таки это кузнечик, он просто другой. Это не таракан. Это просто другой кузнечик. Да? Хочешь? Так легче думать. Нет? Ну, давай попробуем. Я сразу же погадывал свой язык. Уже этот невкусный. Да. Вы не вкусный? Mm-mm. Вот красных берите. Черных не надо, они какие-то. Чем бы закусить это? Закусить? Ну, листьями надо. Вот это я хочу. Они не мытые. Как-то можно? Остановись. Как не мытые? Ты что, не моешь листья? Сполоснутые, ну, конкретно эти с холодильника. Ладно. Закатывай, разберемся. Итак, что мы имеем? Крабов я рекомендую. Действительно, ну они, вот эта вот большая порция стоит 100 бат. Кузнечики, конечно, дешевые. Там горсточка за 7 бат. Вот, а крабы ничего так. Вот клешня. Клешни классные, да, Миш? Да. Им можно и играть, и есть, да? Картошка фри, да, Миш? Ну вот, на этом наш тест-драйв окончен. Надеюсь, еще увидимся. Пока. Пока. И клешней помаши тоже. Клешней помаши.